Командор, мы засекли крупное вторжение эльдаров. Несколько позиций имперской гвардии, а также гражданские транспортные узлы подверглись череде повторяющихся нападений со стороны инопланетных сил. Нападение возглавляет шагатель эльдаров, призрачный лорд. Войска врага отступают, но нам удалось их засечь. Нужно, чтобы вы нанесли удар, прежде чем призрачный лорд отступит. Шагатель отмечен на вашей карте, командор. На вооружении у этого гиганта необычные и опасные технологии. Наше оружие найдет свою цель. Come on.
цель. Полевые генераторы устанавливаются, командор. Дополнительные генераторы не будут доступны до вашей следующей высадки.
будете нашей противностью. Как всегда, судьба доказывает ее правоту. Цель. Фарлок упоминал другого Эльдара. И Дранель. Возможно, именно этот Эльдар руководит всеми операциями в секторе. Я свяжусь с флотом, командор. В записях Ордена может быть какая-нибудь информация о ней. Наша победа — награда за рвение и ярость. Командор, Цирус был прав. Я закончил анализ дополнительных данных, собранных после наших последних сражений с Эльдарами на Меридиане. Им как-то удалось помешать нашим сканерам в системе Меридиана. Я скорректировал данные, и боюсь, теперь следов присутствия тиранит на Меридиане стало намного больше, чем я думал. Что еще хуже, сканеры дальнего действия показывают, что флот Улья движется по направлению к миру столицы. Я направил протоколы экранирования помех, которые Эльдары создают для ключевых станций по всему Меридиану. Командор, это Елена Дероза. Небо! То есть, рой пришельцев заполонил небо над Меридианом! Сейчас она осознала всю опасность. Я приношу извинения за грубость, сержант Авитус. Диверсия Эльдаров подорвала наши оборонные способности. Ваша помощь в обеспечении безопасности Меридиана жизненно необходима. И где в этой схеме губернатор Вандий? Губернатор Вандий и Тайный Совет проводят закрытое совещание для выработки стратегии. Игнорирование мной ваших предупреждений уже стоило жизни сотням тысяч людей в населенных районах. Командор, умоляю вас, помогите нам сохранить Меридиан. Командор, благодаря вашим действиям на Меридиане, видящая Идранель наконец-то обнаружила себя. Распространение тиранит продолжается по всему сектору, но это наша возможность положить конец усилиям Эльдаров дестабилизировать подсектор. Я передал сигнал от Елены Дерозы на ваш экран планетарной карты. Командор, благодаря вашим действиям... Командор, в записях Ордена действительно упоминается об этой Идранель, о которой говорил Эльдар Варлок. Она видящая, ведьма, лидер своего народа. Она связана с тем самым миром-кораблем, который противостоял нам во время кампании на Кронусе. Идранель, без сомнения, руководила операциями Эльдаров на Меридиане. Распространение тиранит продолжается по всему сектору, но это наша возможность положить конец усилиям Эльдаров дестабилизировать подсектор.
Рой тиранид продолжает опустошать сектор, командор. Целая стая движется к автоматическому литейному заводу. Завод позволяет нам восстанавливать технику и проводить несколько атак одновременно. Мы не можем потерять это преимущество. Литейный завод необходимо отстоять. Сам завод может выдержать атаку, а вот генераторы гораздо более хрупки. Если Рой уничтожит маяки, мы лишимся доступа к заводу, независимо от его состояния.
память об этой победе надолго останется в залах славы. Прекрасно, командор. Потеря этого литейного завода серьезно ударила бы по нам. В архивах Ордена упоминается про некую синаптическую связь между тиранидами. Что это такое? Насколько я понимаю, весь флот Улья связан между собой какой-то психонейронной сетью. Крупные воины-монстры служат чем-то вроде ретранслятора для других воинов. Пока они рядом, бесчисленные гаунты и прочие твари действуют как единое целое. Без этой связи мелкие твари теряют эту цель. Мы можем использовать это? Да, как-то можем. Убив одну из этих синаптических тварей, можно спровоцировать обратную реакцию среди окружающих тиранид. Проблема в том, что всегда есть другая синаптическая тварь, готовая занять место убитой, но... Убив синаптическую тварь, мы все же выигрываем время.